Тело свободно падает на землю. Чему равна высота, с которой падает тело, если на высоте 1 метр относительно земли его скорость равна 10 метров в секунду? Для начала запишем данные. Высота h равняется 1 метр. Скорость v равняется 10 метров в секунду. Найти начальную высоту. H большое неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Воспользуемся законом сохранения энергии. То, что энергия в точке А равняется энергии в точке Б. Энергия в точке А равняется потенциальной энергии. Так как у нас в начальный момент времени скорость V нулевая равняется нулю. Энергия в точке Б будет равняться сумме потенциальной и кинетической энергии. Потенциальная энергия E равняется mgh. Кинетическая энергия равняется mv квадрат, деленное на 2. Эти формулы нужно знать. Тогда в нашем случае потенциальная энергия в точке А будет равняться mgh большое. Потенциальная энергия в точке Б будет равняться mgh малое. Кинетическая энергия в точке Б будет равняться mv квадрат, деленное на 2. Соберем все воедино. Тогда энергия в точке А равняется mgh большое. Энергия в точке Б будет равняться mgh малое плюс mv квадрат, деленное на 2. Приравняем энергию в точке А к энергии в точке Б. Тогда у нас получается mgh большое равняется mgh малое плюс mv квадрат, деленное на 2. Выразим отсюда h большое. H большое будет равняться mgh, деленное на mg, и плюс mv квадрат, деленное на 2, gm. Сократим. Тогда у нас h большое равняется h плюс v квадрат, деленное на 2, g. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 6 метров. Запишем ответ. Начальная высота равна 6 метрам. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.